Знаете, кто настоящий герой этого времени? Вы. Да-да, вы, родители. Те, кто остается дома ради здоровья своей семьи, и те, кто выходит из дома ради общего спасения. Те, кто сейчас совмещает несколько обязанностей, и те, кто учится справляться с одной, самой главной. Вы делаете невозможное возможным. Находите решение, даете поддержку и защиту. Устаете, срываетесь, испытываете чувство вины.